Приветствую, меня зовут Дмитрий. Сегодня я расскажу вам о электрической точилке H1098 от компании Хамия. Хамия – это китайская фирма, производящая бюджетные приспособления для заточки ножей и аксессуаров. Модель H1098 – это полупрофессиональная электрическая точилка с износостойкими дисками с алмазным напылением. Электрические точилки отлично подойдут людям, которые не хотят тратить много времени на заточку ножа и превращать данное действие в целое хобби. H1098 значительно превосходит по скорости заточки ручные точильные инструменты и тем более камни. Даже на заточку сильно затупившегося ножа у вас уйдет немного времени, а качество заточки останется на хорошем уровне. H1098 – это небольшой прибор, корпус выполнен из пластика, белого цвета верх и черное основание. На корпусе находится кнопка включения и выключения. Точилка работает от сети 220 вольт и мощность моторчика составляет 60 ватт. В верхней части точилки располагаются два отделения. Первое для первичной заточки и второе для доводки ножа. Каждое отделение поделено на две части для заточки левой и правой стороны режущей кромки. Также присутствует пластиковая направляющая, которая дает угол в 20 градусов. Главным элементом заточки являются диски с алмазным напылением. Данное покрытие гарантирует дискам высокую износостойкость и позволяет затачивать ножи из весьма твердых сталей. В задней части точилки присутствует пластиковый выдвижной поддон для металлической стружки, который периодически нужно прочищать. Перед началом заточки убедитесь, что ножи чистые и сухие. Заточка ножа происходит в два этапа. Первый – это непосредственно сама заточка, формирование режущей кромки. Для этого используется первое отделение. Нож поочередно пропускается через левый и правый слот без резких движений и давления. Для этого используется первое отделение точильной системы. Второй этап – это непосредственная доводка ножа. Для этого используем второе отделение. Также по очереди пропускаем левую и правую сторону клинка от пятки клинка до самого кончика. Благодаря точилке H1098 даже на заточку сильно затупившегося ножа вы потратите мало времени. H1098 определенно пригодится на кухне, также может использоваться в небольших кафе и ресторанах. На этом у меня все. До новых встреч!